Россия и Китай воспользовались правом вето, заблокировав проект резолюции Совбеза ООН по Сирии. Документ предусматривал введение новых санкций в отношении Сирии, на которые возлагалась ответственность за применение химического оружия в 2014 и 2015 годах. Россия просто не хочет критиковать режим Асада за применение химического оружия. Какое же сообщение посылаем мы миру? Если вы союзник Китая и России, они прикроют вас, когда вы используете химическое оружие против собственных граждан. Соединенные Штаты осуждают любое применение химического оружия как исламским государством, так и любой другой группировкой. В Женеве на прошлой неделе под эгидой ООН возобновились переговоры по сирийскому урегулированию, в которых принимают участие представители власти страны и оппозиции.